Hi, namaste. I'm Yaroslav Mudro-Vorontsov, and I'm professional master coach and trainer in personal and professional lifestyle. Along with the Academy of Success Velodrom and Training Center Green Mind Life, I'm helping people to become successful in health, wealth, spirituality. And I do have many education skills. Я хочу перейти на російську мову, тому що російська мова – це моя основна мова. Не хочу розмовляти з суржиком западенським, яким розмовляють у нас на Західній Україні. Тому буду розмовляти саме російською мовою, якщо ви не проти. І почну я з моєї освіти. Образування моє основне – це Академія спорту в Санкт-Петербурзі по спеціальності персональний тренер і преподаватель. Затем образование Киевский институт международных отношений, профессия международные отношения и управление бизнесом. Следующее у меня уже образование было в США, затем я переехал в США, и в США у меня было следующее образование. University of Notre Dame, я закончил по специальности conflict management and negotiation. Затем была Life Coach Academy, LCA, Австралия. И также я закончил школу Real Estate School, школа недвижимости, агента по недвижимости, это США. И также я закончил школу, бизнес-школу в Москве, это было после Life Coaching, это было после Академии спорта, Business School in Moscow, это было перед КИМО, перед Киевским институтом международных отношений. Что еще я проходил за образование, да, в США, после того, когда я закончил свой личный бизнес Desktop Publishing, где мы печатали газеты. Я начал заниматься компьютерным бизнесом, именно Software Quality Assurance. Я закончил годичную школу Long Island Computer School по профессии Software Quality Assurance. Это программное, тестирование программного обеспечения, Software Quality Assurance, тестер, по-русски говоря. Со все эти мои годы, с 2010 года я профессионально занимаюсь в качестве профессионального психолога и помогаю людям находить себя в семье, бизнесе, обществе, здоровье и духовности. И непосредственно специализация моя – это личностный и профессиональный рост с акцентом на личностные и семейные отношения. Вернемся немножко назад, мой опыт с самого начала. Значит, после окончания Академии спорта я проработал тренером в Дальневосточном политехническом институте. Затем я переехал в Киев и занимался бизнесом. Бизнесом начал заниматься обычный посреднический бизнес, купи-продай в то время было. Затем, когда я закончил уже Киевский институт международных отношений, школа бизнеса в Москве, я начал заниматься профессионально бизнесом. У меня была своя компания, которая привозила товары и продавала, мы торговали. Затем, чувствуя, что необходимо расширять свой бизнес, я уехал в США на 15 лет, где все начиналось с самого начала. И с самого начала началось с того, что я сделал Desktop Publishing, выпустил газету, создал новый проект с нуля, газету Russian Digest для русскоговорящего населения в Америке. Проект был создан с самого нуля. Он дошел до своего пика, затем этот проект я продал и начал заниматься другим проектом. Новый проект, который у меня был, это компания, предоставляющая услуги по heating and ventilation, кондиционирование и отопление. Это было в Нью-Йорке. Следующий проект был, это мое обучение и работа по специальности Software Quality Assurance, где я проработал с 2000 года по 2006 год в качестве Software Quality Assurance аналиста, то есть аналист по тестированию программного обеспечения. Затем, после этого я начал новый проект, это была недвижимость. Я закончил школу Real Estate Agent во Флориде
и работал как агент и совершал инвестиции в недвижимость. После окончания инвестиций в недвижимость я начал заниматься своим интернет-проектом, который сегодня имеет обороты, который помогает мне быть сегодня финансово обеспеченным. И этот финансовый проект, который также был начат с нуля, инфобизнес, сегодня он позволяет мне заниматься благотворительностью, которая проявляется именно в консультировании и помощи людям в реализации себя в личностном и профессиональном росте, где мы помогаем стать вам успешным в семье, бизнесе, обществе, здоровье и духовности. Green Man Life. Мы живем на яркой стороне. Сегодня занимаюсь 10, последние 9 лет занимаюсь профессиональным еще же нужно сказать, профессия. Проживаю, да, еще же не сказал. После того, когда я закончил University of Notre-Dame, Negotiation and Conflict Management, в течение 1,5 года я помогал семьям решать вопросы семейного характера. То есть те семейные пары, которые подавали заявление на развод, им давался период для того, чтобы восстановить их семейные отношения, и я консультировал людей в этой области. Вернувшись в Киев в 2010 году, я начал продолжать эту деятельность в качестве благотворительности, помощь людям в создании крепких, счастливых семейных отношений. И за эти 9 лет опыта консультирования в личном и профессиональном росте я вижу огромную необходимость в создании в нашем государстве закона об обязательном семейном образовании и воспитании, начиная с детского сада. У нас есть конкретная программа, которую мы хотели бы представить и реализовать ее на уровне нашего государства. Я бы хотел, чтобы наша страна стала первой страной в постсоветском пространстве, где семья ставится на первое место, понимая, что именно семья – это ячейка общества. И начиная с семьи, мы можем создать крепкое государство. Потому что если человек не заряжается, если он приходит домой, и там ему не здорово, у него там нет ресурсов, он там несчастлив. Как же он может быть счастливым, успешным, будучи политиком, будучи работником, управленцем, да кем угодно? Если в семье непорядок, ты не можешь стать успешным человеком. Поэтому, учитывая и чувствуя необходимость этого важного процесса создания крепких, счастливых семейных отношений, я бы очень хотел поработать в этом проекте для того, чтобы помочь людям, помочь нашей стране создать крепкие, счастливые семейные отношения через программу семейного образования и воспитания в семейных отношениях. Я имею огромный опыт создания разных проектов. Это, как я сказал, это был проект, первый проект мой был личностный в Америке. Это desktop publishing, то есть когда я создал газету с нуля, русскоговорящую газету с полного нуля, когда я открыл компанию по сервису кондиционирования и отопления, когда я открыл свой бизнес в Украине по продаже товаров народного потребления, когда я открыл свою компанию по инвестиции во Флориде и когда я открыл последний, да, мой проект, который инфобизнес, мой сегодняшний интернет-проект, который помогает людям получать информационные услуги. И благодаря этому я могу позволить себе заниматься благотворительностью, помогая людям решать вопросы семейного и личного характера. И я бы хотел расширить свои возможности, помогать не десяткам, не сотням людей, а помогать миллионам людей в нашей стране и за рубежом. Все начинается с меня. Я президент. Вы тоже президент. Мы все президенты, как сказал Владимир Зеленский. Мне очень симпатизирует политика Владимира Зеленского. И как никогда я нигде не смотрел. Никогда я не смотрел политику, эти выборы. Я вообще, телевизор это не мое. Но так вдохновил меня Владимир, что вот я последний месяц просто сижу и слежу за всеми этими процессами. Я хочу быть частью этой команды. Я хочу реализовать эти необходимые, помочь людям реализовать их возможности, начиная с семейных отношений. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. Green Man Life. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Благодарю за ваше внимание.
внимание. Намасте.